Понятно. Короче, какие-то грибы в коллекторе не дают людям дышать. Что это за странная херь? Понятно. Здесь ничего. Здесь трутница. Здесь настойка опиума. Так, ну что, там куча трупов, и я туда не хочу идти ни в какую. Что нахер? Я ненавижу морг. Так, ну давайте тогда сюда сначала пойдем. Охренеть. Охренеть. Давайте осмотрим место происшествия. Обалдеть. Ну что с вами сделали-то? Братья, у него вообще куда-то пополз. Или он сразу в печь полз. Фу, блядь, не хочу знать ничего об этом месте. Я представляю, какие тут запахи просто. Это вообще жопа, наверное. Блядь, жуткое место. Уходим отсюда. Тут, похоже, ничего нет. И тут, я думаю, тоже. Тут еще и вода. Не-не-не, нахрен. Пошли нахрен. Так, мне, видимо, что-то с этим трупом надо делать. Так. Может, тебе... Медная трубка. Чё, невозможно раскроить череп? Зачем мне это? Нет, ну я знаю, как раскроить череп, конечно. Ну ладно, или вот так. Гадость какая. Пакость. Это чё, у него из башки брызгает? И чё мне делать? Медная трубка? Это что такое вообще? Охренеть, это же какая беда, бляха-муха. Так, игла или банка? Давайте иглу попробуем. О! И чё это? Блин, это жесть какая. Давайте теперь банку. Банка тут не нужна. О! Я что, себя уколол, что ли? Я его мозги себе в руку вколол. Это было странно, по крайней мере. Так, ну и чё? У меня нет воспоминаний. Ну ладно. Но я думаю, это была вакцина. О, блядь, надо было за дверь спрятаться. Я так протупил, я так протупил. Черт, мне хана, похоже. Это кто такой? Тихо, тихо. Меня не видно, меня не видно. Если я закрыл глаза, значит, меня не видно. О, блядь, он прям за мной, похоже. Уходи, тварь, уходи нахрен отсюда. Уходи, не трогай меня. Блять, я не хочу оборачиваться.
Вон он ушел, да? Твою мать, как он меня не заметил? Вот я всрался, это охренеть. Так, сейчас музыка кончится, будем уходить отсюда. Еще кирпича 3-4, блин. Ну нельзя ж так, ребят. Ну не надо так со мной поступать. Так, а что это такое? Че ты не бьешься-то? Крепко. Ладно, валим отсюда. Я надеюсь, он туда ушел. Валим, 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 валим. Фу, все. Да, блин. Это вообще жопа какая-то. Так, нам сейчас надо, видимо, вниз. Туда, где газ. Теперь у нас мозги трупа колоты. Ой, блин, да что ж такое? Сильно кровоточат опять. Блин, да что ж я не привыкну. Надо нажимать кнопку, а я просто вспрыгиваю. Привык, как в этом, в зове Ктулху. Что идешь к лестнице, он сам цепляется. Чего? Так, пойдемте вниз. Блин, все ниже и ниже. Куда мы идем? Так, ну да, меня больше не кошмарит от этого газа. Коллектор. Обалдеть, коллектор. Мы вставили иглу в мозг трупу и укололи себя этой хренью. Это обалдеть просто, по-моему. Что-то мне не внушает доверия все это. Помещение. Или как назвать этот коллектор? Так, тихо, аккуратно. Не падай больше. Водяные монстры, да? Наверняка ведь водяные монстры. Тихо, тихо. Вон он, вон он, вон он. Он направо прошел, да? Обалдеть. Опять кошки-мышки с ним будем играть. Я нахер пока не пойду туда. Да, вот эти грибы, похоже, распространяют ядовитые споры. В результате народ травится. Так, ну что? Есть дорога налево, есть направо. Направо пошел этот монстр. Давайте сходим посмотрим, где он там. Я думаю, это не самая лучшая идея, конечно. Ну да ладно. Пора взглянуть в лицо опасности. Так, красиво сделан вода, кстати. И вообще в целом вот этот, конечно, больше похоже на какую-то маслянистую поверхность. У-у-у, тихо, 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 тихо. Нет никого. А это просто похоже. Так, труба отошла. Куда она отошла? Так, давайте его молотком, что ли? Не, нельзя. А, во!
Чё? Ага. Труба. Короткая труба. И зачем мне может быть нужда? Короткая труба. Здесь, по крайней мере, что хорошо, здесь светло. Это просто прекрасно, по-моему. Я уже так для нас голодался по свету в этой игре. Кругом постоянно темные помещения, а тут прям не нарадуюсь. Хотя, конечно, где-то бродит это. Тихо. Где-то бродит эта тварь. Да ладно, кому сейчас легко. Так. Что происходит? Что вы делаете? Отпустите меня! Не забирайте меня! Никто не возвращается! Вы меня заманали уже, честно говоря, своими флешбэками. Меня точно когда-нибудь убьют во время флешбэка. О, блядь, да что ж такое? Что ж я руки свои вечно сую? Сюда, наверное, надо эту трубу и вставить. Так, тихо. Мне послышалось? Трубу. Слишком близко. Ой, быстро. Его не... Так, а может не... Хотя никакого хрена. Пойдем сюда посмотрим. Так, блин, я чуть запутался. Ну, отсюда я пришел уже. Да. Ох, старость не радость. Так, тут мы видим, кто-то разломал. Значит, мы туда не пойдем. Такое ощущение, что тут какой-то бык пронес. Тихо. Что за толчки вообще? Я надеюсь, там никто ко мне не идет. Так, видимо, нам только сюда и остается. Блин, чё столько развилок? Ой, блядь! О, хера! Тихо! Там кто-то за этими завалами, да? Нахрен уходим отсюда. Так, что у нас напротив? А, напротив у нас... А, так, это никак не взять. Видимо, нет. И это тоже. Да, похоже, бесполезное помещение. Хотя, может, в будущем какой-нибудь, я не знаю, тут что-нибудь пришпандорим сюда. Так, так, так. Так. Ага, какая-то дверь. Давайте посмотрим, что у нас за ней. Какое-то опять машинное отделение. Так, где тут спрятаться, если что? Масло. Нет, это все хреновые. Хреновые какие-то нычки. Вот этот, я думаю, будет вполне себе хороший. Так. Что это за приборы? Видимо, это максимум, это минимум. Это, видимо, то колесо регулирует ход.
По-моему, она еще быстрее стала работать. Вот. Сейчас, очевидно, медленнее. Так, быстрее. А так медленнее. Я думаю, я подобрал правильную комбинацию. Так, ну и пойдемте посмотрим, что ли. Закрой, сука. Давай, 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 давай. Ну, грибы нахер. Давай, блядь, вот эту лезь. Не надо. Так, ну чё? Уходи. Уходи отсюда нафиг. Давай, музыка, прекращай. Ну что ж такое? Что за игра такая, блин, беспощадная к моим нервам? Так, все, вроде тишина, да? Фонарь полностью наполнен. Так, кажись, тихо. Тварь не отсюда вышла. Блять, стрёмно. Да, оно очевидно стало очень медленно крутиться. Наверняка я все сделал правильно. Так, давай быстрее. Ага. Так, я надеюсь, тебя надолго хватит. Так, и что мы тут имеем? Вообще ничего похоже. Тупо проход дальше. Ох, не нравится мне это помещение. Ох, блин, совсем рядом свобода, свобода. А мы тут, блин, по колено в говне. Это чё, половин туловища, что ли? Вернись сейчас же. Ты несешь с собой тень. Охереть. А, погоди, это же этот. Это же эта тварь за... Эта тварь за мной гонялась. Привет, я тварь. Я гонялась за Артуром.